Всем привет, с вами Михо. Сегодня 1 мая, новый влог. И сегодня я с сестрой еду в Сеул, чтобы посетить трихолога. Короче, проверка головы, там типа корни, все такое, от выпадения. Вот, посмотрим, что это из этого выйдет. Погнали. Сейчас быстро одеваться, я уже умылась. И надо что-нибудь перекусить. Вот, и надо выбегать в 7:30, а уже 7:20.이번 정류소는 동생마을입니다. 다음 정류소는 제가 제안합니다. 사내에서는 반드시 투어를 받을지에 말씀드리겠습니다. 점선입니다. 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 36. Через. Пришли на метро. Сейчас поедем. Да, лучше это знать. Ладно, это видео, да? Мы приехали на какую-то станцию, но нам надо было пересесть. Но что-то мы вышли из метро. Вот, и сейчас поедем на автобус. Да. А погодка как-то не очень. Ну все, мы доехали до клиники. Сейчас она будет видна за поворотом. Такое белое двухэтажное здание. Надеюсь, у меня получится заснять внутренности. Такая она красивая. Машина, машина, машина! А вот, а мы и такие не приперлись на обследование. Улица красивая. Улица красивая. И вообще здесь кайфовый обзор. Тоже очень красиво. Вот она, Лимунвон. Сюда надо? Овечки есть, зайчики есть. Прикольно. Такие зоны, телек. Классный вид из окна. Классные стульчики. Вкусно пахнущая штучка. Аленчика забрали, а мне принесли заявку. Я должна ее заполнить. Вот. Аленчик пошел на стрижку. Вот так выглядит заявка. Здесь вся информация обо мне. Сейчас я буду заполнять. И вот такой еще один лист. Он с двух сторон. Вот. Вот я заполнила все бумажки, поотмечала. Теперь надо подождать. А здесь такой красивый вид. И телек. Сейчас я сидела, мне делали снимки головы, затем стресс-тест. И потом меня повели к доктору. Вот. Короче, у меня очень много стресса, там есть деление,
фиолетовая, и есть мой стресс, то есть он маленький, но очень большое напряжение, и он аж на 4 деления от того, что слева, и это очень плохо. Еще мне запретили красить голову, корни особенно вот сейчас отросли, вот и запретили. Вот, что еще сказать. Очень круто. Приятный врач, все рассказал, объяснил. Приятная девушка-консультант, которая переводила. А все очень круто. А сейчас я сижу в такой комнате. Здесь много очень фотографий разных людей. Как они лечились. А вот тут какие-то флакончики. Вот, и красивый вид из окна. Это вот история нашей клиники. У нас потихоньку-потихоньку мы развивались. Круто. Это наш салон. Привет. Ты уже все? Да. Я не могу не помахать ничего. Не махай. Пробуйте. Необычно. Ну давай. Сейчас мы очень приятный доктор выйдет. Алина, вам тоже налить будете? Я просто чай не люблю. Спасибо. Может, вам погореть горячую воду сверху? Вы попробуйте? Не-не-не-не-не, я так. Ага, спасибо. Скрытая съемка. Сейчас. Ой, сервис на высшем классе. Давай. Не снимай. А как будто ты смотришь не в камеру, а наверх. Необычно. Да. Спрей. Нужно будет заменить пульверизатор, да? Давайте он закроем. Потрогай волосы. За стрижку и 58 500 за шампунь. Дарочки дали. И спрей купили. Ой, как хорошо. Прям вообще хорошо. Да? Угу. Кайф. Меньше стало. Ну, они, да, конечно, полголовы убрали. Полголовы. Лекарство пила? Давай, я посмотрю, как ты будешь его пить. Не надо. Невкусные. Ням-ням-ням. Ничего не ням-ням-ням. Тебе тоже придется как-то такое пить. Что, не будешь пить? Пока нет. Оп. Как это называется? Сразу. Прожуй. Пожуй. Вкусно? Угу. Очень вкусно. А правда? Хочешь попробовать? Моднявая, моднявая. Да. Тут не хочешь пофоткаться? Здесь? С зайцем. Я не хочу просто. А вот и все. Вот мы получили подарочки. Там и полотенчик. Бюллетенька еще покупили. Спрей, шампунчик. Вот. А сейчас мы пойдем куда-нибудь вот похавать. Полотенечко там внутри есть. Я потом вам покажу.
Камсас? Нет, Камсас, Омуль. Хочешь открыть? Тут написано Камсам, не да. Ой, зелень. Я не буду открывать, потому что я потом его не соберу так красиво. И вот такой вот шампунька. Шампунька. Который стоит, блядь, пиздец, 40. Вот, смотрим в камеру. Она постриглита. Круто вообще. Хорошо, прям. Прям вообще. Найс. Все, куда? Кушать? Куда-то пойдем покушаем. А потом домой, наверное. Я вообще ж не могу налюбоваться. Мы зашли в 7-Eleven, чтобы покушать. Тут нам сказали записать свои данные. Вот, мы уже прикупили себе еду. Сейчас будем разогревать. Наливать горячую воду и кушать. Вот. Пока я поставила их в микроволновку, они вот так вот вздулись. Произошла авария. Так, а теперь тонем. Ставим и наливаем. Ой, ой, как оно прыскается. Горячая вода. О, думаю, достаточно. Вкусно? Не знаю. Смотри, что приготовление мешает рамена. Рамёнчик. Кружит его. Кружи его. Он будет закруженный, обкруженный. Вот такие сосиски. Отчаянные. Добавить, чтобы они были еще горячее. Так она их добавляет в рамен. Очень вкусно. Цветочек сделала? А, почти. Пускай. Так, надо открыть чашку. Брызгается. Кстати, это плохо. Чашечка. Там, кстати, твердые штучки есть, как ты любишь. Хорошо. Все, и тут такие массы. Съездили мы сегодня круто. Вдвоем. И не скучно. А вдвоем где? Я постриглась вдвоем. Это, что за речь? Вот видишь, меня начала снимать, и я все забыла. Что я там пела вообще. За здоровый образ жизни. Цок. Чок. Надо было чокнуться прям. Чок. А ты что себя не показываешь? Ты соду пьешь. А ты в туалет захочешь. Это же активнее. У меня норма. Снимаю. У мальчика брови красивее, чем у меня. Как у вас? У меня натуральные. Отсюда? Зачем? Вот. Что-то тут слишком узко. Я не знаю, что там снимается, но там я что-то снимается. Дела поделали, теперь мы едем типа домой, но не домой. В сторону дома. Да, в сторону дома, и там, возможно, зайдем в собачье кафе, если найдем. Вот, поэтому оставайтесь с нами, еще будут собачки, это верно.